Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как избавиться от Family Link на смартфоне Samsung Galaxy S21. Как можем заметить, вот здесь у нас слева стоит родительское устройство, это устройство ребенка, на котором мы, собственно говоря, будем удалять этот Family Link. Можем заметить, что у нас здесь, в принципе, нет никаких приложений, то есть они заблокированы Family Link. И что нам для начала надо? Для начала мы переходим в настройки и затем идем к подпункту Google. Затем здесь жмем управление аккаунтом. Пролистываем, жмем начать. И далее переходим во вкладку данные и персонализация. После чего листаем чуть ниже. И нам потребуется пункт удаления сервиса или аккаунта. Жмем. И дальше мы будем удалять наш Google аккаунт, но впоследствии мы его, конечно же, восстановим. Так что можете не бояться о потере своих данных, о потере аккаунта. Мы его впоследствии 100% восстановим. Итак, выбираем вкладку удаления аккаунта Google. Вводим пароль от аккаунта ребенка. После чего видим все эти предупреждения, со всеми ними мы соглашаемся. И жмем удалить аккаунт. Видим, что у нас выскакивает сразу ошибка. Переходим обратно. И видим, что чтобы продолжить, войдите в систему. То есть мы вышли, вернее удалили наш аккаунт. Ну и теперь нужно немного подождать. Вот в принципе на этом смартфоне оно все резво получилось. И, как мы можем заметить, все наши приложения появляются, вот потихоньку появляются. И это может значить лишь одно, то что мы успешно удалили Family Link с нашего устройства. На аккаунте родителя мы обновляем и видим, что здесь тоже нам выдает ошибку. И видим, что в семье здесь никого нету. Далее, чтобы восстановить аккаунт, вот мы его удалили, да, все приложения у нас появились. Чтобы его восстановить, мы просто заходим в Play Market, жмем «Войти». Вводим сюда тот адрес электронной почты ребенка. И далее вводим пароль. Ввели пароль и видим, что аккаунт был удален недавно, и его можно восстановить. Жмем «Далее». Вводим снова же пароль от этой учетной записи. После чего отключаем резервную копию, спускаемся вниз и жмем «Принять». И, как мы видим, наш аккаунт был восстановлен успешно. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!